Привет, народ Ютуба. Получил большой пакет. Там у нас, точнее у меня, паяльник. Вижу даже с вентиляцией, чтобы не задохнуться походу. Вот, заказал я вначале паяльную станцию. Ай. А потом заказал паяльник. Так, получается, посылка быстро шла, за 20 дней добежала. Трек номер отслеживался непосредственно до границы, как всегда. Так, паяльник у меня, походу, на 24 вольта. Сейчас попробую распаковать его аккуратненько. Ого. На всю катушку волшебный скотч. Все. Да не все. Вот теперь все. Извлекаем. Так, это их штрих-код. Товарный, походу. Ну, тут резиночка вроде как аккуратненький такой. Шнурочек. С полметра. Да, полметровый шнурочек. На 5 контактов. Я не знаю, сейчас вряд ли получится проверить его. Тут, если что, можно вскрыть, посмотреть, как его запитывать. Какие контакты используются, я еще не в курсе, не вникал. Так, это у нас резиночка. Это хорошо. Приятнее будет пользоваться. Так, давайте вскроем, посмотрим, что у нас тут. Стоять. Не надо кататься. Тут хлорочку, эту самую. Натянули, ого, блин, острый. Вот это мне как раз такой паяльник надо, чтобы СДР допаять. Приемник никак допаять не могу. Интересно, это какой металл? Медь? Или латунь? Ладно, потом разберемся. Стержень. Это не откручивается, блин, сейчас разломаю. Так, скручиваем эту. Полностью разборной, можно менять внутренности. Так, три провода идут. Один провод получается вот этот заземляющий, видите, черный. Для заземления, давайте чуть подкачу ближе, вот провод для заземления, чтобы статикой не пробить микроэлементы, радиоэлементы. А это у нас уже идет три провода на питание, да? Тут вроде какие-то козяблики написаны, блин. Катушка одна. А, вот я уже. Значит, вот эти, между этими двумя у нас измеритель температуры идет, датчик. А между этими двумя, это получается красный и зеленый, у нас нагревательный элемент. А желтый и синий у нас термодатчик, а черный у нас снимает статику. Вот так. Такой крутой паяльник. Надо посмотреть. Тут не написано, что это за элемент. Там что-то говорили по поводу каплей. Фирменный, не фирменный. Так, ладно, надеемся, что все нормально. Так. Тоже его. Ну что, я проверить не смогу. Так, обзорчик сделал небольшой.
ознакомил с внутренностями. Думаю, этого достаточно. Вот, придет паяльная станция, буду уже тогда и проверять его. А пока будет отдыхать. Так, что-то я пропустил, да. Поторопился. Торопиться не надо. Интересно, он полностью заходит. Чуть-чуть не достает, да? А там глубина какая? Блин, померить нечем. Так, уперся. Смотрим. Вот видите, куда достает. А этот у нас достает не до конца, поэтому нагрев будет не совсем полный. Значит, температуру можно чуть-чуть отминусовывать. Ладно, потом разберемся, может, поэкспериментируем. Все на этом. Благодарю всех за просмотр. Всем привет, удачи и до новых встреч. Всем пока.